Евгений Ермолаев, 26 лет. Вы имеете право на одно блюдо. Хочу пирога с грибами. Есть. Тесто, шампиньоны, сыр, петрушка, томаты в собственном соку. Загружаем. Сыр мягкий. 100 грамм достаточно. Мягкий сыр натру на крупной терке. Шампиньоны свежие. 100 грамм, не меньше. Помытые грибы и шампиньоны нарезаю полукольцами. Петрушка. Возьму на глазок. Зелень свежей петрушки мелко нашинкую. Тесто слоеное, бездрожжевое и начинка. Буду собирать пирог. Из теста вырезаю два ровных круга. Теперь один из них смазываю томатами в собственном соку. Посыпаю нарубленными шампиньонами. Немного тертого сыра. Свежая зелень. И теперь накрываю вторым кругом и защипываю края. Мультиварка. В мультиварку кладу пирог. И включаю режим выпечка 40 минут. Подождем. Засервирую. Легко. Пирог готов. Достаю его из мультиварки лопаточкой. Разрезаю пирог. Подам к пирогу свежевыжатый апельсиновый сок и тертый сыр. Милый. Я уже дома. У меня здесь свой аппетит.